Кончилась работа, денег нету, жрать охота. Собираю два баула, еду на Изаула. Уезжаю я не близко, регистрация прописка. Увезла шайтана арва. Та-ла-ла-лай-ла-лай-ла. Я Москва на поезд приехал. И только вышел из вагона, ко мне полицейский говорит: у тебя регистрация есть? Я говорю: конечно. Я с женой вместе регистрировался в нашем городском ЗАГСе. Он говорит: о, какая ты умный. И отвел меня к себе на работу на 15 суток. Там мне дали лом сбивать сосулька на скользкой крыше. Я сбил 3 сосулька, 2 форточка и балкон с курильщиком, когда летел вниз. Курильщик закричал: убивают! Я говорю: правильно, ты сама виновата. Минздрав предупреждал, курень убивает. Курильщик оказался прокурор. Он меня сразу спросил: ты где, говорит, прописан? Я говорю: нигде. Я не успел испугаться. Потом там мне дали лопату, чтобы я почистил снег до самой земли. Я почистил немного глубже, до кабель 10 тысяч вольт. И вдруг из земли бабах, салют! И мне на башка упал курица-гриль, который до салюта был ворона. От удара по башка я уснул канавы. Проснулся в больнице двуместной палаты. Ну, двуместная — это когда 2 вместе на 1 койка. Я и 1 женщина. Когда к этой женщине пришел ее муж с 2 килограмма мандарина и увидел, что я сплю с его женой, ой, что было? Первый раз в жизни я мандарин не ртом кушал. Потом мне дали краска написать на двери: прием не покой. Я написал, что было, все как бросились бежать, как сумасшедшие. А я всего один ошибку сделал. Вместо прием не покой написал прием покойных. Там в больнице мне попался один газета с объявлением. Написано: срочно требуется водитель КамАЗа-бревновоза для работы на маршрутке. Я решил стать водителем маршрутки, как мой дедушка. Пошел на базар покупать навигатор для Москвы. Ой, такой хороший там продавец попался. Он за полцены продал мне навигатор для всех городов мира сразу. Называется «Глобус». И я пошел права получать. И капитан меня спрашивает, говорит: ну, напиши на бумаге, какие правила дорожного движения ты знаешь. Ну, память у меня как Штирлица. Помню все последние слова. И эти 2 последних слова на задней обложке, которой было написано, я на бумаге написал: цена договорная. Капитан как закричит: ты что, с ума сошел? Ты что говоришь, как такой мысли тебе пришел твой башка? Ты что считаешь, все работники ГИБДД взятка берут? Нет, мы людям помогаем. Я говорю: конечно, помогайте. Деньги людей портят. А работник ГИБДД это порча с людей снимает.
Он мне кричит, говорит, как? Ты считаешь, что все полицейские взятка берут? Я говорю, нет, не все. Есть такой полицейский, который взятка вообще не берет. Называется лежачий полицейский. Он как на меня закричит. Вот тогда пускай лежачий полицейский тебе дает права. Я говорю, ну дайте мне какой-нибудь сложный вопрос. Может быть, у меня получится любой вопрос. И он мне задал такой вопрос. Такой трудный вопрос. Сколько сидящих мест маршрутки? Я стал считать. 1, 2, 3, 4. Я говорю, а на коленках у водителя тоже считать? Он говорит, не надо, ты не сдал. Я говорю, а есть какой-нибудь такой транспорт, где права не нужны? Он говорит, есть. На О начинается, на Л кончается. Я сразу догадался. Opel. Он говорит, нет, осел. Я говорю, и дедушка мне то же самое сказал. Говорит, если права не получишь, будешь кататься на осел, запряженный маршрутка. Ну, это дедушка так шутит. Сейчас, правда, он в больнице лежит. Я думал, права сейчас получу, деньги заработаю и дедушку вылечу. Тут капитан протянул мне эту книжку. Говорит, на, учи, если хочешь дедушке помочь. И я подумал, а ведь у капитана тоже за моего дедушка душа болит. И я загадал желание, чтобы у всех людей на земле друг за друга душа болела. И тогда никто не будет говорить плохие слова. А при встрече будут всегда говорить: «Привет, братишка, как дела?» А?